Мужчина, обходя торговые точки, оставался верен себе и своему странному в теплое время образу в лыжной маске на лице. Сопоставив все визиты, при одном из которых он разбил витрину, сотрудники уголовного розыска собрали все улики и ждали странного фигуранта у подъезда, где и был обнаружен пистолет, к счастью, стреляющий не настоящими пулями, тем не менее использовался в качестве настоящего оружия. 28 числа на улице Ульяна Громова совершил преступление. Кражу мобильного телефона. Был одет в куртку с капюшоном и лыжной маской. Был с собой, имел при себе пистолет игрушечный. Подошел к продавцу, просил показать телефон. Он открыл витрину. Я поставил пистолет к нему. Взял телефон, скрыл смысл преступления. Дальше свой телефон подарил своей знакомой.